Раз, два, три, четыре. Вот сейчас, да, вот. Очень рада быть здесь, быть в этой прекрасной, чудесной компании. Все члены жюри, все участники сегодня были мастерские, все такие разные, и всем здесь рады. И я люблю очень фестивали, формат которых разрешает разные проявления творческой натуры, когда каждый человек может найти себя вот, в фестивале. И сегодня я это вижу, это очень здорово. И вижу, что фестиваль разрастается так, что вот в эти уже 2,5 дня не умещается, да, события друг на друга налезают, но мы будем стараться, времени терять не буду, буду петь. Спасибо большое еще раз. Да. Фестивалю желаю здоровья, долгих лет. А гитару еще мне теперь включите, моя мута. Да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Начну с песни, с которой когда-то и стала лауреатом Грушинского фестиваля. Это было давно, но правда. И это песня казанского автора Луизы Леонтьевой. Называется она «Черемуха». Обработки меньше чуть-чуть. Это не грусть, а прощание с грустью. Это не пламя, а дым. Руки черемуха белые вскинула ночью над домом. Гитару я перестала слышать, все нормально, да?
Еще из современной, я считаю, что это современная, конечно же, авторская песня, хотя эта песня была написана уже достаточно давно, но все-таки все еще современная авторская песня. И сейчас прозвучит еще одна современная авторская песня человека, плодотворно работающего сейчас на сцене, горячо любимого тысячами и тысячами, и он уже классик, я считаю, авторской песни, Андрей Козловский. И песня, которую я очень люблю, давно собиралась ее спеть, называется она «Радуга». Мне гитары не хватает, мне очень мало гитары не хватает. Сколько режиссера нет? А? Сколько режиссера отошел? А, отошел. Так, ну если человек не говорю сама. Слышно хорошо. А, он не отошел, он здесь. Куда? Вот он здесь, рядышком. Вот здесь. Радуга. Где сидит фазан?